Как там Фриц-то поживает? Да Фриц пока что лучше нашего поживает. Ой, что-то мы прохлопали с этой войной. Ты знаешь, как он летом пёр? Ох, как пёр. Я аж с самого запада драпал. Сейчас ты как живешь? Как живешь? Положили мне пенсию, 320 рубликов. Это только на паёк. А паёк сам увидишь, за 3 дня улопать можно. Вот и кручусь. Ну, одну я ее, конечно, уговорю, а другую на базар. Вот тебе и картошечка, и маслица, и сальцо. Понял? Да понял. В рот пароход, якорь в задницу. Самую десятку. Откуда такого понабрался, лейтенант, а? Будь здоров. Не противно базарить там? Противно. Первый раз на рынке стоял, аж покраснел весь. И стыдно, и гнусно, и себя жалко. Потом привык. А сейчас все так. Хочешь жить, умей вертеть.